Председатель правительства Республики Дагестан Абдул-Муслим Абдул-Муслимов совместно с вице-премьером Нариманом Абдул-Муталибовым посетил Комитет по лесному хозяйству республики, где обсудил итоги реализации национального проекта «Экология», мероприятия по сохранению лесного фонда и многое другое. Премьер обратил внимание на проблему опустынивания земель в северной части Дагестана. По его словам, ежегодно сотни гектаров земель становятся непригодными для использования в сельском хозяйстве. Вследствие чего Абдул-Муслим Абдул-Муслимов порекомендовал расширить географию проведения акций по посадке деревьев и активнее привлекать к ним молодежь Дагестана. Обратите внимание на такие акции, как «Сад памяти» и «Сохраним лес». Они приучают молодое поколение к бережному отношению к лесу и природе. В ходе выступления премьер поднял вопрос о необходимости проводить профилактические работы, направленные на соблюдение лесного законодательства из-за огромного количества приезжих туристов. Первостепенная задача – разъяснять гостям республики, что можно и что нельзя делать в лесу. Стоит подчеркнуть, что нужно воздержаться от применения к туристам репрессивных мер, составлять протоколы и акты о лесонарушениях. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».